Мої вітання вам, шановне панство. Тяжкі наслідки хвороби. Після якої котрий став двомовним. Так. Сьогодні зйомок не буде. Не чекайте. Сьогодні буде блок такий, сподіваюсь, короткий. Новини. Легкі такі. Легонечки. Легенькі. Значить, смотрите. 23-й раз я снимаю обечайку этого телескопа. Вот она. Ну, это обечайка. Ну, я называю обечайкой, потому что как в котлах. Я же теплоэнергетик. Атомщик. Не хухры-мухры. Так вот, чого я це роблю все? Тому що історія дивна така. На минулому тижні, ні, навіть через тиждень минулий, поїхали два поцика, два Сережечки, поїхали на дачу к одному Сережечки. Ставить йому броньовану двері. Так. Да. І в таку халупу ми ставили, що там ткні її ногою, пні, та халупа завалиться, а дверь буде стояти. Як я сказав, прийдуть бандити, заберуть тільки дверь, халупу оставить. Ну, коротше, діло хазяйське. Два дні ми махались, з кривими стінами поставили, ну, простудився. Через день він простудився, це мій однокласник. Я йому говорю, паук, проточи мені. Да-да-да. Коротше, я приехал больной с той дачи, фазенды лежу, а он через день возвращается. И тоже успевает отвезти по размерам эту крестовину сюда для паука на завод. И приезжает домой, и на следующий день все. Готовченко тоже с соплями. Ну и все. И ему приносит токарь, говорит, я вам принес и положил в кабинет. А он доехать до работы не может, болеет. Ну сейчас засранец собирается опять на дачу. Чуть-чуть очухался. Ну, это где-то на наступный тижні отримаю цього паука проточеного. І це буде все, фініш. От по этой модернізації. Потому що я два дня ставив маску для головного зеркала. Поставив. Намахався капець. Эта маска, от її товщина, не товщина, ширина, залишилась 5-6 мм. І три з них вона перекриває периметр окружності цього ГЗ, головного дзеркала. І воно не входить, яка готова форма, вона не входить в задок телескопа. Тому що ця форма предназначена для скайвотчера. А це ГСО. І, відповідно, коли я кожен раз це мерив, ставив, кожен раз я знімаю ось це кольцо, те, що я назвав обечайкою. Чому я його хочу кожен раз возвращати обратно, казалось би? Ну, а сняв, жди того паука, потім поставиш. Тому що кожен раз ось ця труба, вона грає. Вона дуже не жорстка. І кожен раз, к сожалению, приходиться після того, як ти її знімаєш заразу, опять знімати ось цю всю мудебень камеру і по-новому проверять юстировку. Потому что вот я уже проверял со снятым кольцом, куда убегает лазерная эта ось оптическая, нафиг убегает. И потом одеваешь, жесткость трубы меняешь, геометрию, и опять проверяешь. Это Содом и Гоморра, короче. Так что приходится ставить ее обратно. Ну, хотя бы можно вот так вот поставить, не буду ее закреплять на винтах этих тут трех винтиках. Просто чтобы она форма образовывалась. И сейчас я вам сяду, да расскажу новости, потому что тут я потом без вас все буду проверять. Углы, шмуглы. Не дивився там, які в резкості чи не в резкості. Ладно, хер маму того. Так ось, це я розповів вам страшну казку про ці подарунки з Аліекспреса за десь $88. Маска і павук. Тому очікую. Павук маску зробив. Два дні чому? Тому що кожного разу ти її встановлюєш. Потім
ідуть попитки запихати оцю порожнину внутрішню труби. То мішає пружинки, то мішають виступи. То там стільки всього в задку зроблено, і внимание не обращаєш кожен день, тому що тебе кажеться це нормальним. А коли починаєш ставити, розумієш, тут подрізав, там подрізав. 30 разів я туди вниз, сюди, вниз, сюди, в сарай обратно, в сарай обратно, лекало. Короче, поставил, и что самое интересное? Самое интересное то, что в первую же ночь, после, ну, которая появилась с офигенной луной, которая в зените была, я уже понял, что чем меньше фаза луны на второй половине, тем она выше над горизонтом. Я мучился тут с полнолунием, снимал, надо было дождаться. Ну ладно, то таки уже. Да, кстати, в шарп-кэпе нашел последним 4.0 мне Сергей Колесов. Подсказал, я полез, таки да, сделали экспериментальную такую штучку, панораму Луны, на ячеечке бьешь, работает изумительно, но я уже и не стал этим как бы заниматься, уже все снято было. Так вот, что я говорил, ага, так вот, я делал снимок медузы, пытался, но из-за Луны впервые так получается, что Луна была, ну вот так Луна, а вот здесь объект. Я получил такую засветку на гиде, вот просто заливающую засветку вот этого бокового солнечного лунного света, что я даже не мог, автогид орал и кричал, я работать не буду. Я стоял там 0,5 секунд, там еще какой-то ISO снижал в гид-камере. Нифига, он сбивался постоянно, пока луна не начала чуть-чуть уходить от объекта. И, короче, получилось говно, ну, то есть, так это, нежно скажем, лайно. Да, и вот я его обработал, вот этот снимок этой медузы, это тут всего там даже двух, ну, трех часов здесь нету. Фильтра кислород-водород, его я никуда не выставлял, потому что это выставлять убожество, не, ну, просто смешно куда-то, там куча всякого непотребства. Но дело не в этом, дело в том, что обратите внимание на звезды, на углы звезд. И я никак не мог понять, я, в принципе, же ничего тут не делал, ни с фокусером, ни это самое. Все то же самое, только маска на главном зеркале стоит. И вот интересно, но форма звезд стала по углам более приемлемая. Удивительная вещь, это по провороту камеры. Я сейчас как бы снимал эту медузу, но не в очень хорошем для него. Он не любит, когда камеру начинаешь поворачивать сюда. Вот, ну, допустим, матрица, ну, грубо говоря, вот так сейчас стоит. А ее, она не любит, когда ее проворачиваешь вот так. На этих, ну, тут 270 сразу, 90. Когда ее проворачиваешь вот так, тоже как бы так же кадрируешь, ну, только переворачиваешь кадр, там она любит. То есть это из-за плоскости фокусера. И она сейчас была провернута именно не в то место, где ей хорошо, на этой медузе. Тем не менее, масочка вот эта несчастная дала такие прекрасные результаты. Даже лучики от большой звезды вот этой вот стали как прямее, хотя паук старый стоит. Ну вот. И воодушевившись этим, я начал с этим пауком теребенить Серегу, что у меня не было большого штангеля, чтобы замерить. Ну, случилось то, что случилось. Мы поехали ставить ему двери, и в результате поболели. Ну, на фоне этого открылась язва моя, как всегда. Так что я сейчас сижу перед вами на пигульках, ледве живый, и в шапочке пидорцы. Бо, ну, куртка Adidas, чепума, да. Ага, шаровары, спортивні штани, шкіряна куртка, як говорить дядько Максим. Так от, це перша новина, що чекаю от все це доробити херобору. А друга новина більш для мене приємна. Це стосується нашого многострадального тілшафта з Німеччини. Він вже два рази питався з Німеччини доїхати до України, до Одеси. І нічого у нього не траплялось. Чому? Бо німець, він же, вони законопослухняні люди. Я йому, що його спитав, коли заказував, що там проблем не буде з доставкою? Ні, не буде. Окей, заказав. 36 євро доставка. FedEx или там DHL, пофигу. І він мені прислав трек-номер. Що там, ну, це було ще півтори-дві неділі назад.
Все, я две недели я ждал, пока он... Он сказал, я буду две недели, их нет на складе, надо делать. Ну, делаются они, там партия маленькая. Ну, фирма маленькая, это, ну, посчитайте по миру, сколько там нужно тилт-шифтов для таких бахнутых на голову. Ну, покупают у него в Америке в основном ноги. Я объясню тех, кто впервые, что тилт-шифт – это некая конструкция, которая меняет угол наклона камеры относительно оси, оптической оси или геометрической оси фокусера. Таким образом, компенсирует неточность выставления матрицы в данном конкретной сборке. Вот. И они есть разные. И этот тилт-шифт, он, ну, как мне, почему я на него припал, потому что у него есть регулировка по торцам, то есть три винта по торцам, а не вот какие-то типа вот такие торчащие блины по 90, по 100 миллиметров, которые ты крутишь вот так вот. Хотя сейчас для именно Tauptec выпустили фланец, который ты вот родной скручиваешь, а тот навинчиваешь. Он стоит падла $140. И они сделали по принципу камеры, которая сразу делает такую конструкцию, OnePlay. Это новый бренд. И у них прямо вот здесь в корпусе 4 винтика стоит, и ты их крутишь. А сейчас они сделали такой переходник, он отдельно продается. Если я найду ссылку на этот сайт, я брошу ее в описании к ролику. Но этот, который неймовский герда этого, у него по торцу. И это очень удобно, потому что по торцу крутить, согласитесь, ничего тут не мешает, нежели вот мудобу какую-то очередную ставить и так далее. Ну и вот, это я объяснил, что я ожидаю. Ну и FedEx дал номер ему трек, он сбросил мне этот номер. И, соответственно, я жду, что он там через день, сказали, что появится и можно будет отслеживать. День, два, три, неделя, и я приезжаю с этой дачи больной, пишу ему на следующий день, когда сопли уже более-менее потекли ручьем с носа совсем, что я нифига не вижу. Он молчал два дня, потом говорит, да, мне FedEx принес обратно эту посылку. И мы начинаем искать пути отсылки этого всего добра. Как ни странно, как я прочитал и сразу ему написал, что не надо морочить себе голову, надо идти на простую почту немецкую, и отсылать как почтовое отправление. До 2 килограмм они должны отправить куда угодно, хоть в Зимбабве. Ну и все, и вот он отправил, прислал нам трек номер, и вот это он сегодня только сделал. Он еще не появился, естественно, в базе, потому что это почта, ну типа а-ля наша Укрпошта. Вот, хотя, кстати, Укрпошта работает великолепно. И надеюсь, это будет последний заход. И мы получим этот тилт-шифт, и когда уже будет тилт-шифт, наконец приедет, ну, этот паук доедет за 1,5 километра отсюда, находящийся в кабинете у Сереги. И все это уже будет установлено. Я думал, что я провожусь с пауком больше, промахаюсь, чем с этим, типа, маской для зеркала. Ага. Слава богу, я там эту маску поставил. Вот такие маленькие новости я вам рассказал. Вот, сижу тут 16 градусов сейчас тепла. Небо сегодня обещают всего лишь до часу двух ночи, и потом неба не будет. Что я сейчас буду делать? Сейчас всего лишь там 8 час, начало 8. Я перепроверяю юстировку, резкость. Я тут кое-что сделал по колонне в очередной раз. Там штырек этот дурацкий, который мне неправильно был установлен, толкатель азимутальных винтов. Поменял, значит, перепроверю полярку там. Наведусь на резкость, включусь и пойду вниз. И буду ждать, если дождусь и погода будет, начну снимать медузу эту. Уже там угол, если я даже не угадаю, то плевать. Вот. И после того, как я сниму эту медузу, или начну снимать, скорее всего, потому что или облака набегут. Ну, сейчас погоды очень мало. Сейчас вот прогноз смотришь на неделю, ничего хорошего не обещают. Луны сейчас нету. Ну и, соответственно, погоды тоже. Все классика сюжета. Поэтому сейчас уже всходят Орионы, сейчас уже всходят SH2-240, моя любимая, которую я хочу всю панораму. Ну, с такими окнами по погоде, не знаю. Сейчас уже можно снимать, начиная где-то с 2 часов ночи, уже все эти китчевые объекты, М-42, там эту лошадь, ну, короче, вся эту херню, розетку. Все это уже можно начинать потихоньку накапливать, но пока есть еще над чем, как говорится, потрудиться более интересно, потому что то будет до, считай, марта месяца. Поэтому все по погоде, господа. Все вам рассказал. Ну, не все, но
то, что считаю нужным. Спасибо за поддержку тем, кто донатит. Он знает по фамилии, по имени. Вот. Всем остальным спасибо просто за підтримку. Дякую всім. І до нових зустріч. Сподіваюся, які будуть незабаром. До відження.